отправимся с вами вместе куда? Я тоже. Мы едем посетить город Кульбах. Там есть музей поездов. Хотим побывать. И еще на замок. С нами, как всегда, Натали. Вы ее уже увидели и увидите еще в нашем видео. Так что не переключайтесь, ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Натали, поздоровайся с нашими подписчиками. Хотела вот вам рассказать, мы берем Tagus Ticket Plus, вот мы с Натали вместе складываемся, чтобы нам выгодно было. Он стоит 24 евро, то есть здесь можно 2 эрваксена и до 4 детей. То есть двое взрослых, ну, у нас у всех дочлен тикеты есть, но вот для детей, так как у нас трое вот деток, где там еще? Вон один, вон. И нам удобно его брать, потому что он действует на поезда, на автобусы и для путешествий самое то, да. Если время позволит, то на обратном пути мы заскачем. Если же нет, ну, сейчас тогда будем в первую очередь гулять по центру, детей в МАК заведем и потом уже на замок. В общем, немножко планы изменились. Название города Кульбах состоит из двух немецких слов. Кульм, что означает вершина, и Бах – источник. На главной вершине города имеется замок Пласенбург, а вот главным источником, который гордятся и на котором достаточно хорошо зарабатывают местные жители, стало пиво. Оно, к слову, варится на этой земле ни много ни мало, как 3000 лет. Именно таков возраст найдены здесь амфоры из-под пива, которые страшно гордятся и тыкают всем туристам в местном пивном музее. Однако документально зафиксированная история пивоварения Кульбаха начинается только в 1349 году. Так, ребята, мы прибыли. И вон сейчас закрывается. Вон тот вот замок. Название напишу. Кастель, по-моему, называется. Мы туда. Сначала сейчас в Макдональдс зайдем, деткам возьмем что-нибудь. Так-то мы себе брали еду, но... Как бы их подкупить надо, чтобы так далеко идти и подниматься. Вот здесь отсюда видно его. Итак, Кульбах – это красивый немецкий городок, занимающий территорию прямо посреди природного парка, окруженными холмами. Также Кульбах считается пивным центром. И в городе варится пиво больше, чем во всей Германии. Не трогай. Не трогай мне там камеру. Всем нашим хейтерам привет! Он так показывает! Все, мы дошли до Макдональдса. Там центр? И потом, а замок в другую сторону, да? Сейчас нашим деткам возьмем что-нибудь перекусить. Они покушают. И мы отправимся дальше. В Кульбахе население, ну, 27 с копейками тысяч человек.
нажимай на вот этот, который сет. Только выбери соус, чтобы не этот. Куда, с собой или без? Нет, здесь будете. Так. Где он? Нет. Блин. Не, вот этот? Да, не смарт? Так, Амелия, с наггетсами выбираем, да? Какой-то новенький, посмотрим. Так, соус, какой у нас кетчуп? Кетчуп тебе? Кетчуп. Так, помос или салат? Помос лучше, да? Помос. Помос, да. Так, помос, и что у нас, тоже кетчуп? Или майонез? Майонез. Майонез смешаешь. Так, какой будешь сок выбирать? Есть вот этот вот? Какое обострение? Да сейчас кто-то попьет там, но у нас же есть вода. Вот этот? Окей, так. Такой или яблочко? Пюрешечку? Так, выбирай себе какую. Гешенк? Или книжечку? Так, вот у нас так собралось. А, я написала. Ну, кафе? Кафе. Можно я? Подожди, Все, прикладывай кафе. Все. Подождать, ну пойдем, я пока на улице. Алло. Что, заказал себе? Вкусный? Ты не острый выбрал? У Матвея точно такой же? У меня кисло-сладкий. Кисло-сладкий? Ну, Амеля себе этот. Горяченькая какая. Вкусно. Так что не едим, заворачиваем с собой. У нас еще дорога дальняя. Если туда ходит автобус на вот эту вот штуку. А что, пешком не хочешь? Вообще, я тебе говорю. 13. Чё, Амеля? Чё тебе подарок дали? Книжка. Ух ты, будешь читать. Куда сядете вы? Я не умею читать. Анатолий ест бутерброды. Нет, вон туда. Вон еще сухой. Давай, малышка, посмотрим, что у тебя. Вот такой вот. Я уже открыла. Сочек. Я открыла. Пюрешечка. Это как? Это как фрутоняня. Вот манес и... Манес? И сейчас... Вау! Что это... там? Так, это что там? Наггетсы, наверное. Наггетсы. И фришечка. Картошка. Потом что останется, может, если не доешь. На, ешь сначала наггетсы. Наггетсы. Все, давай. Приятного аппетита всем. И в этом городе Кульмбах, как многие, наверное, знают, может, кто-то и пробовал, в нашем городе есть байройтовское, да, пиво, также есть и Кульмбахер пиво. И вот это, скорее всего, один из заводов. Надо местоположение посмотреть, точно не могу вам сказать. Но вот здесь, вот посмотрите, какая красота. Натали, ты, конечно, красота, но нет. Еще одна красота. Это такая вот бочка, на которой, видимо, может быть, раньше, может быть, сейчас изготавливают пиво. Вот ну, Кульмбахер. Давай сфоткаем. Нет. Мам. Такая интересная. И вот этот завод на фоне. Ну, прикольно. Все фоткаться хотят.
Кульмбах ежегодно привлекает огромное количество туристов, желающих попробовать местное пиво, прогуляться по живописным окрестностям и увидеть уникальные исторические памятники архитектуры. В городе регулярно проводятся необычные фестивали с возможностью дегустации разных сортов пивных напитков на ярмарке. Мы дошли, я так думаю, скорее всего, это центр города. Здесь уже более это красиво. Здания такие. Аллейка. Вот это все сейчас желтая красота. Вот тоже одна из центральных таких площадей небольшие. Это здание красивое. И фонтанчик. А нам идти туда еще минут 20. И мы придем в Пласенбург. Посмотрели все-таки название. Ну, такой вот спокойный, тихий городок. Людей почти нету. Тринкваса. Питьевая водичка там. Братвурст. Ну, закрыто сегодня воскресенье. А, вот этот стопудово центр. Вау, какой красивый. Вот здесь прям как такая старая-старая Германия. Очень красиво. Наверное, все-таки вот это идет площадь. Духи на разлив? Во, у меня свои духи есть. С флакончиками. Ну вот она, скорее всего, как центральная площадь. Очень красиво. Вот тоже очень прям такое старое здание. Оно прям краска обсыпается. Возможно, сколько-то ему лет 100, может больше. И здесь такие магазинчики, как C&A. Ничего себе! Вот это вот он. Смотрите, какой старый. Ну, видно поэтому. Это сколько ему лет? Это почти 500 лет? Может быть, у нас же в Байроте тоже есть 500 лет, который. Да? Ну, она, конечно, была реконструирована. А? Якон? Само здание основано 500 лет назад. И здесь такой красивый фонтанчик. Интересный. Бекарь работает. Бесплатная рапсива. О, Вольвард. Я тоже хочу. Так, дети. Не занимайтесь эксплуатацией детского труда. Она вас покатала, теперь вы ее катаете. Ну, это точно. Центральная площадь, я думаю. Здесь такие красивые здания. Это похоже на какую-то часовню или церковь, возможно. И здесь такой вот фонтан. Здание какое-то ремонтируют. Может быть, ратуша. Ратхаус. Это ресторан. Кто-то здесь пончики оставил. И вот так вот по кругу. Красивые дома. Люитпольд, принц. И звезда. Вот поближе хочу показать вам эту. Ну, я думаю, это церквушка какая-то. Хотя, может быть, я ошибаюсь.
И посмотрите, какой обалденный вид. Это просто нереально сказочно красиво. Очень красиво. Нам осталось вот либо сюда 300 метров, что мы хотим выбрать, либо вон туда. Туда люди пошли, мы, наверное, со стороны спускаться будем. Ну что, ребята, все, мы добрались уже на финишной прямой. Вон там начинается вход, сейчас посмотрим, что там внутри красивого и интересного.
друзья, для всех желающих здесь вот на территории замка, да, бесплатная туалет, абсолютно здесь кафетерия, вот я проходила, и заходишь здесь вот такое вот старинное все, ну и здесь кабинки, можно совершенно бесплатно сходить в туалет, если что. И здесь кафетерий, можно посидеть, попить чаю с пирогом. Сколько? 3 евро. Зачем? Опять монетка? Можно купить вот такие вот пивные бокалы 4,90. Такие вот по 8,90. Маленькие 4,90. Такой как мини-музейчик. По 5,50 такие шары, рюмочки. Сейчас, подожди. Что, делаете? Я не могу, я вообще не могу, это тяжело, капец. Раз, 2, 3, 4. Она должна вывалиться. У нас же с какого-то есть. Покажи. Вот, монетка. Такая вот монетка. Сколько она стоит? Евро? 5. Евро 5? И здесь такие вот магнитики. Открывашка. Сейчас посмотрим, может возьмем какой-нибудь. Ну, прикольно. Интересно. 45 евро. Что 45 евро? Зон 12. О, боже мой. Реально 45 евро. А не что голые. Это такое? Не голые. Дали мы по магнитику. И вот тоже это продаются 21 евро. Цена видно, нет? Видно 18. Такие вот всякие. Кто-то, наверное, коллекционирует. И вот, посмотрите, герб. Красиво сделаны шлемы. Разукрашки, да? А это вот такие вот головные как называют, уборы, или как правильно назвать, повязочки. Цены 10-7 евро. Так, ну все, идемте дальше. Амеля, пошли. Ты макет видела? Ну что, ребят, мы уже спустились с замка Пласенбург. Пласенбург вроде верно называю. И сейчас возвращаемся на ЖД вокзал, и нам нужно проехать две станции, да, в этот музей, как их там, поездов. Через минут 20-30, наверное, будет поезд. Так что не переключайтесь, дальше будет еще интересно. Мы добрались. Так, здесь показывается вот парковка, если кто на машине. Мы вон оттуда с моста пришли. И там где-то, наверное, вот вход. Не знаю, правда, прайс. Цена платно, бесплатно. Сейчас все узнаем. Здесь красивые колонны. Подходим. Так, вот название. Deutsches Dampflokomotivmuseum. Ну вот где вот эти стрелочки. Как полагается, я думаю, это вход, раз они показывают нам. Сейчас внутрь зайдем. Алло. Это все? Я не знаю.
Нет, там, наверное, на улицу оттуда бы проходить, да? Ой, как красиво. М? Поедет? Ты включил? Ну, где он? Вот он здесь. Вот он. А, вот едет. Почему? В смысле, до 5 же? Нельзя выходной? Как красиво. Так, новости, по-моему. Что, Натали, не работает? На каникулы. На каникулы? Да это что? Да, на каникулы будет. Ну, опять же, на каникулах. Выходных. На каникулах и выходных будет? Да, на выходных. А в воскресенье не работает? Хватит. Нет, сегодня экскурсии нет. Получается, на улицу вон туда, где поезда, к сожалению, не пускают. Пост, карта. Такие брелочки здесь, поездики маленькие. Блин, жалко. Только на каникулы. Нет, на выходные тоже. Ну, это на каникулы. М? На каникулы. Такие елочки красивые, игрушечные. Не судьба. Че? Не работает сегодня экскурсия. Ну, будет повод сюда вернуться, да? Да, на каникулах. Вот нельзя прайс. Эх, жаль, конечно, зато узнали прайс. Если что, 4 евро взрослые, детки абсолютно бесплатно. Вот. Ну что тогда? Сейчас не знаю, посмотрим, когда у нас следующий будет. На автобусе поедем обратно. Посмотрим. Наверное, все, видео будем заканчивать, да? Не получилось нам сегодня вам показать. Конец. Ну, на фоне вон поезд. Паровоз. Да, ну давайте все, конечно же, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Чус. Всем пока. Чус.